Всем привет, ребята! Вы на канале Ирочка Инфо. И сегодня, ребята, у меня отличное настроение, потому что я себе купила новую канцелярию. И я очень рада, потому что наконец-то в школе я встречу своих любимых друзей, любимую учительницу и любимые предметы. Это математика, английский и музыка. Ребята, я очень-очень люблю каникулы, но в школе так хорошо. И в школе мы учим новое и интересное, правда, мам? Правда, так что с одной стороны тебе хочется в школу, потому что ты соскучилась по своим друзьям, по школе, а с другой стороны тебе жалко, что заканчивается лето, да? Да, и каникулы закончились. Но очень хорошо, ребята, что мы будем учить новое и интересное, и не надо расстраиваться, потому что каникулы у нас все равно будет. А очень интересное занятие для меня шопиться, потому что я очень люблю покупать новую канцелярию и новые вещички. Хочу вам признаться, что в этом году я не купила слишком много вещей, а больше новой канцелярии, потому что я люблю очень блестящее и красивое. У нас в Молдове учебный год 1 сентября начинается. Мы знаем, что в Бухаресте, то есть в Румынии, 15 сентября. А ты какого числа идешь в школу? Напиши об этом в комментариях. И еще не забудь написать: ты уже подготовился к школе? Мы уже, да. Давай, Ирочка, покажи свои реквизиты, что ты купила себе к школе. Всем ребятам очень интересно посмотреть. Давай, покажи. Да, мы начинаем. Давай, начнем. О, я забыла сказать. Сейчас, как придешь в школу, начнется. Так, ребята, деньги надо сдавать. Фон школы, фон класса. Окна менять, занавески менять, плафоны поменять. И мам, так далее. Это не важно. Важно, что я буду учиться. Важно, что ты возвращаешься в школу. Ну все, давай начнем. А знаете, с чего я начну? С физкультуры. Для физкультуры мне понадобится вот такой вот рюкзачок. Очень красивый розовый рюкзачок. Он очень удобный, очень вместительный. И сюда я буду класть свою сменную обувь и одежду. Покажи поближе ребятам. Вот такой рюкзак. Открывается. Угу. И вот так закрывается. Опа. Вот так вот. Да. Тут есть и вторая ручка. Вот. Покажи твой основной рюкзак. Подожди. Для физкультуры нам еще понадобится, конечно же, скакалка. А смотрите, какая у меня скакалка. Вот такая вот интересная, с лягушечками. Но она очень прочная. Думаю, что она точно не порвется. Да. Еще я хочу вам показать, конечно. Давай более крупные, давай это, рюкзак. Давай, рюкзак покажу. Вы с этим рюкзаком уже знакомы. Вот смотрите, это такой радужный рюкзак. Вы уже знаете, тут два кармашка. Он такой внутри, с цветочным принтом. Внутри он очень вместительный. Кстати, такой рюкзак мне очень понравился. Я его заказала с сайта. Вместительный огромный рюкзак, ребята, потому что помните, мы говорили не первый раз, что у Иры очень много книг. И она носит по 5 предметов каждый день. Еще у меня очень много рюкзачков. Если вы хотите, чтобы я вам показала мою личную сумку, с которой я выхожу на улицу или в город, то пишите об этом в комментариях, потому что все рюкзачки вот здесь. Мы с мамой обожаем сумки, правда, мам? Да, давай дальше. Еще у меня есть цветные ручки с блестками. Покажи поближе. Я, как любая девочка, люблю все яркое. А ты любишь яркое, если ты девочка? Да, в школе у Иры им разрешают подчеркивать, особенно на математике, они должны правильное решение другой ручкой, зеленой, либо красной нельзя, зеленой либо черной, да? Да, черной тоже нельзя. Только зеленой, да? Да, ну как бы и желтый можно, и оранжевый, и розовый. Угу, понятно. Так, дальше у меня есть очень-очень красивая точилка в виде совушки. О, какая милая, покажи поближе. Давай смотрите, сюда. Смотрите, я сейчас ее открою, и я вам покажу ее. Так, открываем. Вот такая вот точилка. Ой, милашка. Давай я покажу. Вот так, поближе. Ребят, смотрите, какие у нее красивые глазки. Она розово-белого тона, да? Милашка. Да. Такая хорошенькая. Еще у нее здесь два отдела. А как вытаскивать? Все грязно. А, нет. А, вот так. Вот так. Да, очень удобно, кстати. Да, и она не сможет рассыпаться, потому что она очень трудно открывается. Это очень хорошо.
Еще у меня есть степлер. Давайте посмотрим, как он выглядит. Как обыкновенный степлер, без степлера никуда. Смотрите, какой он. У него здесь внизу защита и пластиковая. И еще он синего цвета. А для степлера нам нужны... Ну, скобы эти специальные. Скобы, да. Еще у меня есть вот такой вот ластик, но их 3 штучки, я вам покажу только один. Он очень хорошо стирает. Что я могу сказать про ластик? Давай краски покажи. Вот, это у меня панель с красками. Вот, это акварельная краска. А гуашь? И сейчас здесь у меня 24 цвета, да? Цвета, да. И еще у меня есть гуашь. Вот такой. Здесь 6 цветов. Угу, 6 цветов. Еще у меня есть очень-очень вместительный пенал. Он очень красивый, кожаный. И еще здесь написано Feeling the World. Это с... Покажи моего... поближе, ребята. Вот, смотрите. Это с моего Feeling любимого... Feeling the World. Вот, это мой любимый мультик, кстати. Вы его знаете, этот мультик? Мне попалось с... Ты думаешь, тебе один пенал хватит? Так у меня же это еще стаканчик есть. Ясно. Ну, он очень высветит, смотри, здесь два отдела. Покажи дневник, я смотрю сдалека. Просто, ребята, я не видела все, поэтому я сейчас вместе с вами рассматриваю. Покажи дневник. Подожди, мам. Ирочка вот. Сама все покупала. Вот, давай. Смотрите, какой у меня дневник. Кстати, очень твердая обложка. Он с твердой обложкой. И еще у него есть чехольчик. Да, прикольный. Который можно стирать. Точно он не будет рваться и... И очень еще удобный. Я не выбирала какой-то, знаете, супер-мега красивый, с камушками прям. Потому что я думаю, что дневник не должен быть каким-то красивым, а наполненным хорошими оценками. Правда, мам? Ну да. Вот он с бабочкой у меня. Мы надеемся, что Ира закончит. У нас 4 класс, она отлично. 3 класс она закончила, ребята, помните, 9,63. Да. Ну, кстати, у меня и во втором, и в первом классе был диплом. И в 3 классе, 1 класс диплом, 2 диплом, 3 диплом. А в 4 тебя ждут экзамены, госэкзамены. Ну, мне не страшно, потому что я знаю, что если учиться, все будет хорошо. Да, давай, дальше. Еще я хочу вам показать мой вот стаканчик. И сейчас я вам покажу его. Я его открою. Ну, ты взяла стаканчик, но, скорее всего, ты будешь с ним больше пользоваться, наверное, на рисовании. Я его поставлю себе на парту. Положишь. Вот, положу себе его на парту. Он очень удобный, потому что он крутится, и у него вот эти вот отделы ящички. Съемные. Угу. Ну, скорее всего, он больше нужен для рисования, потому что, когда рисование, то ты используешь не только цветные карандаши, но и фломастеры, и краски. Кстати, о цветных карандашей и фломастерах. Сейчас я вам покажу, что у меня есть. У меня есть 24... очень хороших карандашей. Вот эта фирма мне очень нравится. Они мягкие, самое главное, чтобы они были мягкие. Мне девочка посоветовала, моя подружка, самая верная подружка, такие вот карандаши. У меня в 3 и во 2 классе были другие карандаши. Они тоже были очень-очень хорошими. Еще у меня есть простые карандаши. Здесь 6 штучек. Обычные, но мягкие. Разноцветные стикеры, как же без них? Тут 4 цвета, желтый, синий, розовый. Я уже знаю, что ты будешь на них писать, свои секретики. Не только, и надписи какие-то. Еще сколько упаковок ручек ты взяла? 2 упаковки ручек, это мои любимые, потому что у меня есть американские, но там они уже закончились, пасса закончилась. Вот у меня есть такие вот тоненькие, я очень люблю тоненькие, потому что у меня получается с ними очень красиво писать. Здесь 5 и здесь 5, 10 штучек. Угу. У тебя с этими почерк лучше, да? Да. Вот фломастеры, они тоже очень красочные. Ну, вот такие фломастеры. Они очень хорошие. Почему я взяла так мало? Потому что у меня остались фломастеры с прошлого года, очень хорошие. Да, действительно, цветные карандаши, фломастеры и краски, они как-то собираются, накапливаются с предыдущих классов, и их у нас огромное количество, поэтому Ира уже не выбирала так много. В 4 классе, конечно же, мне понадобится... Циркуль. Вот, циркуль, да. В циркуль у нас входит... ну, ребята знают в этот набор. И... резинка ластик. Тоже, ластик. А, кстати, у меня линейки есть. Ну, вот тоже специальные. Вот металлические, они металлические. В 4 классе мне понадобятся именно такие. Да, потому что у вас начнется черчение.
предмет. Да? Да. Ира еще не знает, какие предметы новые у нее будут в 4 классе. Вот но такие вот. Когда она пойдет на 1 сентября, она познакомится с новыми предметами. Еще у меня есть скидочки, но в 3 классе... Да, в 3 классе я была немножечко похитрее и взяла 2 упаковки очень хороших. Так что мне понравятся и такие тоненькие здесь есть хорошие, и толстые у меня есть хорошие еще. Правда, мам? Угу. Еще обложки. У меня есть обложки для тоненьких тетрадей, для маленьких тетрадей. Ну да, покажи, сколько штук ты взяла тетрадей. А, сейчас покажу, кстати, тетради. Вот тетрадка у меня есть по музыке. Мне понравилась обложка, потому что она очень красочная, и я очень люблю музыку. Вот такая вот. Ну, все знают. Итак, ребята, покажи свои общие тетради. 12 штук у тебя в линейку, общие тетради. Я думаю, тебе хватит вот на целый год. Вот эти тоже в линейку. Одни в клетку и другие в линейку? Нет, эти в линейку. Сейчас покажу в клетку. Вот они здесь. В клетку. Нам классная учительница сказала, что в клетку должны быть именно зеленые. Угу. А это что за папочки ты выбрала? Это у меня блокнотик есть. И еще я выбрала вот такую вот папку для тетрадей. А, здесь идет расписание. У тебя открой поближе ребятам и покажи на камеру. Здесь есть у меня расписание уроков. Угу. И еще здесь у меня есть таблица умножения. Ну, я ее знаю, просто не знаю, почему выбрала такой. Да, тебе навряд ли пригодится таблица умножения, потому что ты ее знаешь очень-очень хорошо. Да. И еще одна, ой, да, у тебя папка? Вот такая вот она большая, сейчас я покажу вам, что внутри. Ира, ребята, под впечатлением, потому что... Сюрприз! Она очень-очень хочет в школу. Ей, с одной стороны, действительно уже надоело дома, потому что она у нас в это лето нянька. Ей приходится смотреть и ухаживать за Андрюшкой, потому что мы не успеваем. Поэтому у нее такие впечатления. Она очень-очень хочет школу и соскучилась по школе. Мама, ты себе не представляешь. Смотри, здесь один цвет имеет 10 листов картона цветного. Ага, здесь достаточно, и тебе хватит точно на целый год. И на 2 год тоже, надеюсь. Угу. Еще здесь есть у меня белый картон, но я его иногда использую тоже на этом, на математике, вот. Ну еще. И цветная бумага. Еще здесь у меня есть белая бумага. И цветная бумага. Ребята, мне не терпится, чтобы Ирочка показала вам заколки, которые мы заказали. И нам сделали эти заколочки на заказ. Одна заколочка у нее на голове. Подойди поближе вот так вот к камере. Вот. Видите, очень шикарная заколка. Это все делают на заказ. Давай покажи свои заколки. А еще у меня есть такая папка. Да, я знаю, что ты очень любишь розовый цвет. Покажи все свои заколочки. Сейчас. Вот это покажу. Ну, видно, не снимай, не снимай. Зачем снимать? Еще вот такая у меня есть очень красивая заколочка. Давай поближе, ближе к... Вот, смотрите. Угу, это для классно. Пучка. Еще у меня есть вот такая вот резиночка. Да, это хвостик и... собирать. Еще у меня есть для дульки. Для пучка тоже, кок, как называют, я не да, знаю, но... как у вас называют ребята, мы называем кок. Еще дулька называется у нас. Вот. Да, шикарная огромная такая резинка. Вот смотрите. И она в бело-черном цвете. Еще у меня есть две такие резиночки для хвостиков. Угу. Милашки. И еще вот такие две резиночки для хвостиков. Я же девочка. Классные. Аж я тебе позавидовала. Мне тоже хочется собирать хвостики, но... Могу, кстати, тебе эту дать. К сожалению, я уже не в том возрасте, чтобы ходить в хвостиках. Люди не так меня поймут с хвостиками. Как мне идет, ребят? Идет, давай собирай. Ребята, хотим еще сказать вам новости. Мы все лето очень хотели съездить на море, но никак не получалось. В это лето мы снимали, то Андрюша заболел, то Ира заболел. Сейчас, ребята, я болею, принимаю уколы и очень себя плохо чувствую. Поэтому мы, получается, на выходные едем на море, да, Ира? Да. И нас не будет дома неделю, но, естественно, мы снимаем видео и выложим их заранее, чтобы вы не скучали и смотрели наши видео. А когда уже приедем с моря, с нашего отдыха, покажем, как мы отдыхали все вместе с нашей семьей. Надеюсь, что у нас будет все нормально, никаких неприятностей, ничего с нами не произойдет. Никакие сюрпризы нас не ожидают.
Ребята, кстати, хочу вас спросить, если вам понравилась моя канцелярия. Я надеюсь, что она вам понравилась. И не забудьте написать в комментариях, вы тоже так сильно ждете школу, как я. Ребята, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и не забывайте подписываться на наш канал. Улыбайтесь, ведь скоро школа! Всем до новых встреч! Пока-пока, мы вас любим! Пока-пока, ребята!